надо. Нормальное место достаточно. Прямо на украинский гей-портал. Да-да, наверное, на украинский гей-портал. Гей-славяне. Отлично, да? Особенно в нашем исполнении. Да-да-да. А что, типичные славяне? Типичные, да, меня, конечно, особенно я. Мне вообще не с детства говорили, что я совершенно русский человек. Да. Не вот и кстати, вот очень интересно все-таки, что мы сегодня пишем. Не сочтите за... А не пофиг ли? Вот нет, я и абсолютно говорю, пофиг. Да. Просто хочется на каком-то этапе хочется понять, как сейчас эфира, пойдешь, о чем мы запись. Говорим. Окей. Да нет, все очень просто. Нам сегодня пишем по читательским требованиям. Нам читатель один очень попросил нас, чтобы мы рассказали о конце света, что 1912 год уже буквально скоро, и скоро мы все сдохнем очередной раз. Вот. Ну то есть все, это все в кадре остальное. Нам, по-моему, нужно что, двинуться? Нет, нормально, уйти лучше вообще. Навсегда. Нужно это чекнуть, что нужно делать. Сегодня на все готов, я вижу. Главное не писаться, не какаться в кадре, все остальное ерунда. Саша, начинай. Ты должна как озвучиться. Да, чего? Это нет проблем. Так, давайте еще и звук запишем. Ну, это только если очень хочешь. Не, честно говоря, честно, не очень. Картинка лава 25 минут, о чем-то люди говорят. Ну так говорят, что можно без звука. У меня в жизни был страшный конфуз. Ведь. Я поднимаюсь по лестнице в Эрмитаж, и я рядом с теткой, я был в 8 классе. Я совершенно неожиданно оглушительно плакал. Молодец какой. Ты просто молодец, умница. По-моему, он впервые так отозвался. Сзади шли люди, конечно. Им не понравился запах? Я думаю, что им не понравился запах. Сколько тебе было? Сколько тебе было? 8 класс, ну что? Нормально. То есть в 8 мог уже типа и не пукать? Ну естественно, надо было контролировать. Обычно не заканчивают пукать. Я тебя смотрю, я красив. Да, ты извращенец. Последней красоты. Сейчас меня мент остановил, сказал, почему у вас номера грязные. Сказал, зато лицо чистое. Ну что, ответить не могу? Не нашел. Искал, не нашел. Слушай, серьезно остановился номера? Да. В Москве идут месячные чистые автомобили. Слушай, а у вас номера грязные. Да, у вас номера грязные. Я говорю, зато у меня чистое лицо. Так, наливаем чай, все налили? Да. Я не налил. Я наливаю. Почему одна салфетка? Ну, так она на всех. Одна. Да вон там до хрена может. Принести с ним. Ну конечно, если вот мы для туалета, если мы дружно не пользуемся. Только не неси из туалета бумагу. Так вот я сейчас пошел в туалет платный. Там сидит человек. Я говорю... В туалете на унитазе сидит человек? Нет, ну сидит этот человек. Я говорю, молодой человек... Слышь, подвесь, да. Не один. Я говорю, молодой человек, можно я вам заплачу, как будто я посрал, а сам просто возьму у вас губку и банку и вымою номера. Он сказал, более того, вы даже можете заплатить, как будто вы и не срали. То есть тут масса... Чувство юмора здесь очень великого народа. Цыц. Так, это обналим. Обналим – это рыба такая? Да, это хуже. Это родственник хейфица. Нет, это налим. Это очень дальний родственник налима. Да, нет, это налим, который в оби водится. Ну что вы, ёпты? Ну, да, ну логично, да. Нет, все в порядке. Все, обналили. Да. Старости пока нет. Да. Нет, она... Саш, разный вопрос. Я понял. Я помню. Ты хочешь, чтобы я сразу стал импотент, глухой, немой? Ни в коем случае. Нет, я понимаю, ты жаждешь гармонии. Но она недостижима. Нет, нахер такой гармонии. Я так выразился. Это лозунг. Запомни это. Да. Ну что, вернемся в мир. Вернемся. Начинай. Пока он есть. Пока он пить. Так. Ой. Молодцы. Нормально? Нормально. Потом выяснится, что ничего не пишется, как всегда. Ну и не пишется, не надо. Пишется, говно. Не какается, да. Потом... Говно. Да, говно. Андрюша, будь внимателен. Включи все, пожалуйста. Все, все. Все. Сегодня в отвратительном состоянии. Можно лучше все выключу? Ну, я бы сначала выключил хейфиц, а он не выключается. Я на батарейках. Ты на батарейках. Сними крышечку. На вечном двигателе. Да. Эй, господи. Разве это не вечный двигатель? Не парадный? А, да, парадный. Совсем все я правильно помню. Ирбин больной, не обращай внимания. Почему ты не больной, ты здоровый. Да? Да. Ну что, хватит пить чай. Итак. А нету ничего, так это вы помните. Все есть. Все есть. А что тебе надо? А что тебе надо? Все картинку ты обычно выводил. Как? Ну не надо, ты на меня смотришь, если я выводил. Я смотрю. Я могу вывести, конечно. Я предпочитаю сделать как раз вот сейчас по-другому. Давай-ка мне сделал ты и меня.
понимаю, что, Юра, ты имеешь, о чем он хочет присутствовать? Ну, я свое, а он свое. А я вообще не понимаю, про что. О, я вообще не понимаю, про что. Именно поэтому я не хочу понимать. Правильно. Вот, давай-ка мы разберемся это по... Давай-ка мы разберемся по ходу пьесы, будем так говорить, да? Вот, я просто сходу буквально передам слово Саше, вот пускай он на ходу объясняет, и я на ходу, понимаешь, я-то профессионал, я на ходу еду. Да, вот. Да. Главное, чтобы батарейки хватило. Батарейки хватит. Не хватит батарейки, мы хейфицу подключим, в нем энергии до хера. Да мне не надо. В нем энергии. Всю энергию, что у меня осталось, я берегу для себя. Да не надо тебе энергию. Чем нет, надо. Мне нужна энергия. Что у меня молодая жена. Зачем ты так говоришь? Это мы уже пишем, да? Да, очень хорошо. Так вот, я и говорю. А я ей и говорю, подвиньте, дура. Мне шесть вставать. У нее шинью громчик улетел от изумления. Ты считаешь, что есть женские власти, мужские? Я как раз так не считаю. Ты в этом видишь, все полагаешь, что скорее это должна делать женщина, да? Честно подумал. Я как раз так не считаю. Не совсем так. Я не полагаю, что это скорее должна делать женщина, но я полагаю, что это не должен делать я. Вот. Я с ним согласен. Окей, ну, значит так. Я с ним согласен. Значит так. Да. Нет, смотри, она пыталась всегда, она искренне хотела, как она говорила, поймать кайфушу, но у нее никогда это не получалось. Она пила спирт со мной и водку, и мешала спирт с водкой, и ничего такого не делала. Совершенно, абсолютно. У нее только уши краснели, я так понимаюсь. Она была большая или нет? Маленькая, знаешь, как я понимаю теперь, у нее было огромное количество алкогольной гидрогеназы. Просто огромное. Она говорила, что у нее бабка такая была. Что бабка вечно всех на спине таскала, всех развозила, всех растаскивала. И всегда помнила, кто что делал, кто что говорил. Да. Ее даже брали все время свидетелем на процессы, там, убийства, знаешь, потому что она всегда все помнила. Даже если не была свидетелем, просто так хорошо говорила. Она была, потому что жили они в деревне Алапаиха. И все свадьбы... Там все время кого-то убивали. Ну да, по пьянке-то все время кого-то убивали. Так она всегда помнила, кто первый замахнулся, кто слово сказал. Ох, я любил односельчане. Да. Односельчане души мечтали. Да. Мечтали куда. Нет, они считали ее ведьмой и не трогали. Ага. Потому что не пьянел человек, вообще не пьянел в принципе. Ема моя вот взяла от нее это, представляешь? Вообще не пьянела. Вы готовы? Андрюш, скажи, что есть. Да, собственно говоря, уже... Мотор-кадр, хлопушка. Какой мотор? Мотор-кадр-хлопушка, это три друга. Служили три товарища. Мотор-кадр-хлопушка. Ты кто будешь? Я буду хлопушкой буду. Хлопушей? Можно я хлопушей буду? А он Пугачёва. Ты сегодня все время будешь вставать к аппарату? Нет, я засомневался просто. Это полезно. Я засомневался. Сомневаться это полезно. Да, я самый жирный, поэтому я себе чуть-чуть больше места. Не жирный, а плотный. Да. Вот, поэтому я возьму себе. У тебя высокая плотность мозга. Да, я себе поэтому побольше места взял. С тобой два берега. Вспомни, каким был неделю назад. Мы были четыре разных человека. Я всех ненавижу. Нет, видно, что он офигенно устал. Да. И не спал. Ему уже все равно. Но рожденная интеллигентность делает его из-за этого не злым, а добрым. Да какая-то врожденная. Почему рожденная? Да ладно, я тебя умоляю. Ладно, слушай, у нас осталось 5 минут, иначе выключится камера опять. Просто кусок злобы перед нами. Вот, и все. Слушай, а это значит мотор. Мотор, камера. Какой в жопу мотор? Так, да. Ну что? А я сейчас все скажу, вы на ходу придумайте, о чем говорить. Хорошо, попробуем там. Вы уже все готовы? Да. Вы все помните, зачем мы сегодня здесь собрались? Нет. И слава богу. Пишется звук. Ага, все идет. Или не пишется? Пишется. Надо какие-нибудь большие часы придумать, чтобы большие часы было видно. Да. Ладно, все. Так. Красота. Сначала что, наркотик? Нет, какие наркотики? Зачем нам наркотики? Мы вроде по графоману или пошли? Давай по графоману. Ну да, но тут у нас типа две сегодня. Да. Ну, надеюсь на это. Да, тогда надо начинать. Начинаем. Вот, так же добрый. Да. Можно, да? Да. О, отлично. Доброе утро. Доброе утро. Да. Собственно говоря, воскресенье. Опять воскресенье, опять чай, опять кефис, опять орлов и опять я. Ой, слушай, 24. Да. Да это там немножко. Нет, это не 24, потому что. Что тебя смутило? Где-то минут 20. Не, мне ничего не смутило. Я пережил?
Ты чё? Не-не, ну ты как-то изменился в лице. Нет, ну что ты? Не-не, ну есть дискашн. Есть некая внутренняя цензура, да? Ну есть, но нет никакой. Мы же остановили тогда меня, когда я. Мы не можем быть одинаковыми. Но это не то, не то. Не, мы не можем. Хорошо, хорошо. Нет, начнем. Да. Не-не. Мы не можем быть одинаковыми. Если я высказываю какую-то точку зрения, то значит, что она моя. Нет, Андрюш, я не об этом говорю. Я о том, что. Дизайн решать. Да я знаю. И пусть уже весна будет, что ли? Ой, не надо весны. А я люблю весну, я не люблю лето, я люблю весну. Обострение забыли. Перефразирую реплику одного из героев фильма «Раба Любви». Да. Это будет моя лучшая фильма. Только там моя худшая. Это худшая фильма. Ну это прекрасно. Да, да. Это же Корея. По-моему, у нас там такой идеальный формат 20 минут. И хватит на сегодня. Теперь ты мне скажи, ты должен мне теперь сказать, ты прекращаешь посидельцев или ты... Что ты делаешь? Ты компьютер свой, боже мой. Ты бёшь компьютер. Андрюша, ты же бёшь компьютер. Осторожно. Смотри, он сегодня лучше, просто такой злой. Что ты хочешь, не понимаю. Камера пошла. О, Господи. Это в другой передачке нужно монтировать, на другую. Гутевой пидырачки. К другой пидырачке. Я не хочу участвовать в этом порно. Поздно. В этом жесточайшем. Всякому порно нужен фон. Ты блистательно сыграл. Я единственное вкусил Хефица, когда пьет реально кровь крестьянских младенцев. Вот эту какую-то красную вещь. Реально. И тема у нас сегодня. И тема у нас про крестьянских младенцев. Касается некоторым образом. Ужас. Как его есть, как его нет. Как его есть, да. Как его есть, как его пить и проглотить. Представляй-ка, руки алые, пирожки, как посадить. Вот, да. Да. Песня Кати Герасимовой, да. Гамма-сек. Да. Гамма-гамма-сек. И альфа-сек, и бета-сек. Альфа-рея. Альфа-рея-сек. Диарея. Альфа-рея-сек. Мы говорим, партия подразумеваем... Альфа-рея. Страна стремительная. Не в этом дело. Это Хефиц обленился просто. Опять евреи виноваты. Ну а кто еще? А кто еще? Так это старо и пошло. Все время. Себя вы в чем-нибудь вкорили, что ли? Ну себя не интересно. Неинтересно. Все бы вам интересно давай. А ты как думаешь? За те же деньги. Ах ты, вам еще и деньги? Да. Зачем мне твои деньги? Кто-нибудь напомнит тему? Ну так, просто в порядке шутки. Мне, в общем, безразлично, большому всегда. Она, может быть, выяснится к концу беседы. Наверняка. Ну по что вообще сейчас? Девушка принесет чай, и мы вспомним, о чем мы. Тебе еще и чай надо? Я его заказал. Ты его заказал? Ужас какой. Уважаемый, только прошу прощения, вы не захватываете. Никакие элементы интерьера, ладно? Ну, в смысле, относящиеся к символике кофеина. Нет. А то нам придется с вас денег попросить тогда. Да. Тут дело такое. Нет, не волнуйтесь, мы перейдем в срок. Да, я боюсь, что мы просто не... Не потянем, да? Нормально. Вот на этой оптимистической ноте... Выпьем чая. Да. Слава богу, не говно. И не моча. Ну, через какое-то время превратится. Прямо сейчас? Нет. Доктор будет только. Да. Откуда ты знаешь? Да, ты телепот. Я абсолютно. Да, да? Все, я уже. Пока. 40 с чем-то минут будет. 2 по 20. Отлично, послушай. Не, я сделал целиком. Не, ну я смотрю. Я сделал целиком, я не буду. Знаешь, действительно, появились комментарии, Андрюш, ты мне соврать не дашь. Появились комментарии, где люди просто требуют, чтобы мы не ограничивались временем. Я тебе про это и говорил, но для этого нельзя делать видео. Ну, я да. Поэтому и говорил, вот это надо отказаться от видео. Ну да. Видео слишком тяжело. Да, конечно. И самое главное, люди правильно говорят, картинка-то статичная, хоть там смотреть. О, тоже правильно. Ну что? Отлично. Да. Вот что значит, я в центре. Да. Центровой пацан. Диспозиция была верная.